вот у нас есть праздник мамы. Сегодня отмечаем. Есть 8 марта праздник мамы, а у папы праздник есть в июне, но как-то мы так не активно его отмечаем. Вот об этом стихотворение. Оно написал его Дмитрий Кедрин, и называется оно «Как мужик обиделся». Никанор первопутком ходил в извоз, а к весне возвращался до дому. Почитай, и немного ночей пришлось миловаться с женой за зиму. Ну, да он был старательный мужичок. Сходит в баньку, поест, попреется, заберется к хозяюшке под бочок. И глядишь, человек согреется. А Матрона рожать здорова была. Ты всякая баба клятая, может, на Пасху воротится? Тяжела, на крещение придет. Брюхатая, Никанор огорчения не утая, разговор с ней повел по-строгому. Ты, Матрона, крочи хоть попади, а снова носишь, побойся Бога, мол. Тут уперла она кулаки в бока, спрячь глаза, говорит, бесстыжие. Ай, в моих куличах не твоя мука, все ребята в тебя, все рыжие. Начала она зыбку качать ногой, Никанор лишь глазами хлопает. На коленях малец, у груди другой, да еще трое лазают по полу. Он, конечно, кормил их своим трудом, но однако же не без жалобы. Положительно, граждане, детский дом на 5 баб за глаза достал бы. Постарел Никанор, раз глаза протер, глядь поглядь. Ребята взрослые, стал Сергей Монтер, Андрей Шахтер, все большие, ширококостые. Вот по горнице ходит старик ворча, без детей обошелся, где бы я? Захвораю, так кричу сынка врача. Лук сажу, агронома требую, про сынов моих слава идет окрест. Что не дочка? Голубка сизая, а как сядут за стол на 12 мест, то куда тебе полк, дивизия? Побелела Матронина голова, уходилась с такой оравою. За труды порешила ее Москва наградить материнской славою. Муж прослышал и с поля домой попер. В тот же вечер с женою свиделся. Нынче я, заявляет ей Никанор, на Верховный Совет обиделся. Хоть куда, говорит, хорош декрет, наградить тебя дело нужнее, но в декрете пустяшней статейки нет про мои, про заслуги мужние. Наше дело, ну, конечно, пустяк, но меня обижают, вижу я. Тут верти, не верти, а ведь как-никак. Все ребята в меня, все рыжие. 9 парней, что соколы, 3 девок и все красавицы. Ты, Калиныча, мать, не забудь сказать, без опары пирог не ставится. И коли ему орден навесить жаль, так пускай обратит внимание и велит мужикам нацеплять медаль. Не за доблесть, за старание. Коль поправку мою он внесет в декрет, мы с тобой, моя лебедь белая, поживем-поживем, да на старости лет октябренка, глядишь, и сделаем.